Течет кровля, плесень на стенах, не убраны подъезды. Жители микрорайона Снежный жалуются на халатность управляющей компании 32-й квартал. По словам жительницы многоквартирного дома по адресу Пионерская, 13, Ольги Скипа, ремонт здесь иногда делают, но кровля как протекала, так и течет уже 14 лет. У детей теперь хроническая аллергия на грибок. Соседи с жалобами дошли до прокуратуры, но говорят, что контролирующие структуры в этом вопросе бессильны, потому как уголовно наказуемые их нарушений нет. Обращалась буквально вот, может, месяц назад. Я звонила нашей Ольге Ивановне, которая вот вызовы у нас все принимает, помощник нашего директора управляющей компании. Вот. Я ей объяснила, что у меня течет крыша, сейчас начнутся дожди. Везде идет сырость, швы, все протекают, и чернота на стенах. У меня даже мебель покрывается плесенью. Возле стенок стоит, которая. Она мне предложила выход, отодвинуть мебель от стенок. На обращение жителей Снежного откликнулся председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. В ходе встречи с жителями заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Андрей Бендик осмотрел помещение и составил список недоработок управляющей компании. По итогам этой встречи все проблемы зафиксированы, которые обозначены. И наша задача выйти на решение этих проблем, пусть поэтапное, пусть частичное, но уже в рамках этого летнего периода, чтобы жители увидели поступательное движение. Тогда и доверие к управляющей компании вернется. Но в целом диалог состоялся, заверение от управляющей компании получено, департамент ЖКХ будет осуществлять контроль за исполнением. Встреча оказалась продуктивной, и через неделю управляющая компания начнет ремонтировать кровлю домов.